Идем с Анюточкой на прогулку и берем с собой Белль. Пока Анютка качается, в ее коляске сидит Белль. Белль, это же Анютина коляска. Анюточке тяжеловато катить такую большую коляску. Анечка, по-моему, Белль нужна другая коляска. Это большая, да? Это большая. Другую коляску. Очень другую коляску. По-моему, нам нужна колясочка для Белль. А я еще больше коляску. Мам. Анечка, это для кого такая коляска? Это для Белль. Для Белль. Давай открывай. Будет Анечка помогать. Аня будет помогать маме. Мама, вот что мы делаем? Коляску. Коляску мы делаем. Бей, мама, для коляску, для бей. Она хочет коляски кататься. Есть такой ремешочек, чтобы наша Белль сидела безопасно и не упала, да? Да. Надо, наверное, закрыть, солнышко светит. Ну-ка, закрой козыречек. Вот так. Теперь ей удобно? Теперь надо поехать. Теперь надо поехать. Анечка, так удобно катать? Такая коляска удобная? Да, она ее подушку. Она не упадет. Она... И Белль теперь не упадет. Да, в сумочку. А сумочку можешь положить в колясочку. Вдруг она еще захочет кушать. Вот она теперь довольна, она теперь улыбается. Теперь можно, как